Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Марина на канале «Русская душа». Вот я показываю вам наше безобразие. У нас в поселке запрещено жечь костры, запрещено и приняты штрафы за это. И вот смотрите, что творится. Решили жечь. А представьте, сколько здесь древесины. Вот вы даже сейчас видите, сколько еще лежит древесины на участке. Как я понимаю, работники вознамерились это все сжечь. Написала в чат поселка и коменданту. Комендант мне ответил, что едет. Но пока он сюда доедет и пока заставит это погасить, это еще сколько угодно времени может пройти. Я не знаю, кто ответственен за эту стройку и кто отвечает за этих рабочих. Но вот мне, допустим, деревья, которые вот здесь в непосредственной близости растут, жалко, потому что они могут погибнуть. Ну вот нельзя этого делать. Хотя это у нас, знаете, здесь с регулярностью. Именно вот эти работяги со Средней Азии приезжают, которые вот они разжигают костры вместо того, чтобы вывозить. Ну, просто сжигают древесину, все, что там есть. Поддоны деревянные, какие-то куски досок. Бывало даже и довольно деловую древесину, доски там. Леса сжигают деревянные, которые были. Ну, чтобы только не вывозить никуда, не девать, не утилизировать. А здесь еще, видите, остатки леса. Вот такое безобразие. Ну, я, конечно, недовольна, но ничего сделать не могу. Все, что я смогла, я сделала. То есть показала коменданту и в чат поселка. Обещают принять меры. Ну, уже час, даже больше часа это все продолжается. Мер пока никаких не принято. Посмотрим, что будет дальше. Вот, а я у себя в зимнем саду. Здесь потемки, лампы я не включила. Вот они не горят. И я пришла за яблоками. Мне нужно взять яблоки. Вот эти. Вот, наверное, эти возьму. Посмотрим. Яблоки уже, знаете, такие, они мягкие становятся. Уже заметно мягкие. Хочу взять вот эти потверже. Ну, все равно тоже уже вянут. Ну, хоть как тут у нас и, знаете, на... Ну, здесь довольно прохладно, но все равно, видимо, может, воздух сухой или что. Ну, скажем так, увядание продолжается. Вот уже, видите, я освободила ящики. Вчера насушила, ну, почти целый ящик вот такой яблок. Ну, когда оно высыхает, получается немного. И сейчас снова пойду, это все помою, отберу хороший, положу в вазу, чтобы свежим есть. А остальное нарежу в сушилку. Я сейчас отсюда еще возьму. Это вот наши брянские, ну, сорт брянский. Да, но они, в принципе, у них и срок уже подходит. Обычно у них, ну, по сорту срок хранения до конца ноября. Если в холодильнике, ну, в специальных условиях, то тогда они могут до Нового года лежать. Вот они, видите, мягкие уже. Ой, ну, сухари из них, вот эти чипсы, получаются очень вкусные. Вот что я сейчас и сделаю. Буду делать дальше чипсы из яблок. Ну, вот. Жду, пока подъедет обещанный комендант поселка. Так-то у нас вроде мужик нормальный, деловой, очень быстро принимает решение. Но что-то сейчас, может быть, он просто далеко от поселка, ему ехать больше часа. Я не знаю, какое у него сегодня расписание. Ну, пожог продолжается. Ничего там хорошего нет. Вообще вот хозяин этой стройки, не работяги, а конкретно хозяин стройки, должен платить теперь штрафы
В общем, понести хоть такую наказание. Ну, возможно, вот как раз, видите, машина. Возможно, как раз комендант и подъехал. Видите, остановился, выходит. Посмотрим, что будет, да? Время уже. О. Не знаю, может, не, по-моему, это даже не сам комендант, а кого-то из своих подручных отправил. Вот, ведутся переговоры. Если, наверное, говорит, соседи жалуются, не положено. Гасите. Ну, посмотрим, чем это закончится. Ну, потом расскажу вам, чем это закончится. Или сейчас посмотрим. Не положено. Если бы... Ну, это на самом деле просто сжигание вот древесины. Потому что в доме уже тепло, у них там котел уже подключен. Видите, на стене газ висит. Они там работают, отделку делают. Погреться, что ли, вышли? Вот я это категорически не понимаю. Приняты правила, значит, будьте любезны соблюдать, а не так. Ну, посмотрим, что будет. Они обязаны загасить. И вот то, что вам вот это мешает, да, если, ну, считаете, что надо очищать участок, пожалуйста, вывозите. Вывозите, здесь есть места, куда вывозят. Овраг, который потом засыпается грунтом. Ну, или предложите соседям взять на дрова. У нас есть здесь соседи, у которых печное отопление. И они бы, мне кажется, вот эти вот остатки древесные взяли бы на дрова. Не все могут себе позволить покупать дорогие дрова. Да-да, в нашем поселке есть дома с печным отоплением. У кого нет денег на то, чтобы подключить газ. Дорого очень подключение. Вообще здесь, в Московской области, в Новой Москве, подключение к газу дорого. Вот. Ну все. Пойду я со своими яблочками разбираться. Ужин готовить. Сняла вам несколько минут возмущения. Вот. Что у меня здесь? Вот смотрите. Еще урожай неприговоренный. Сейчас нужно будет взять либо патиссон, либо кабачок. Варю суп и кладу обязательно в суп. А вот здесь в пакетике это редька. Тыква лежит. Одну тыкву мы друзьям подарили. И вот в этих мешках тоже еще яблоки. Но это яблоки с дачи от соседей. Вы знаете, даже еще не смотрела, не развязывала их. Как привезли, так и лежат. Надо их переложить в эти ящики. Ящики освобождаются. Ну вот, пока так. Темно, а вот этот телефончик новый, да, и идет неплохая запись даже в сумерках, в потемках. Интересно, погасят или нет? Чего-то ходят, засуетились. Посмотрим. Оно сейчас уже и выгорит, если они просто больше подкидывать не будут. Просто предупредите, чтобы больше не жгли. А мне соседи написали в чате: зато у тебя столько золы будет. Взяла тачку, пошла золу нагребла. Да, конечно. У меня камин и золы. Из камина мне, в принципе, хватает. Ну вот, передали, видимо, распоряжение комендант. Посмотрим, возымеет ли действие. Вот, покажу вам мой сад сверху. Розы я уложила. И не уложено у меня осталось только вот роза возле арки. От нее остались только без листьев. Одни только стволики и веточки. Я завтра сниму из сада видео, вам покажу. И укладывать мы ее будем больше, чем через неделю, когда будет опять потепление на плюс. Остальные розы у меня лежат. Укрывать я их пока не спешу, потому что боюсь вымокания, потому что обещают еще дожди. И вот там в уголку даже еще остатки цветов розы. Я ее еще не пришпилила. Все остальные розы в саду и в заднем дворе тоже пришпиленные на шпилечки. Вот это осталось в углу.
Вот это вот, вот как бы показать-то, вот это вот, вот это. И вот это вот на арке. И все. Все остальные у меня уже розы шпилечками пришпилены. Но эту я с ней не справлюсь, той, которая на арке, потому что она, ну, слишком мощная. И мы ее будем вдвоем с мужем заваливать в выходной день. Там такой монстр. Вон еще одна машина подъехала. Ну, пусть разбираются, делать нечего. Положено, значит, правила одинаковы для всех. Ну вот и все, друзья мои. Маленькое вам видео с моими возмущениями по поводу костров. Вот. Увидимся еще. Заходите на мой канал. Сейчас я обдумываю темы моих следующих видео. Я приблизительно знаю уже, что это будет. Это будет новый формат. Это будут уже монтированные видео. Возможно, с музыкой, с какими-то звуками. Ну, скоро вы все увидите. А пока вам всего хорошего. Приходите еще.